Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке и сегодня подсмотрелки ваших заказов, которые вы точно так же можете сделать у меня. Если вам что-то понравится, то вы можете написать мне в WhatsApp, который всегда по стрелочке вы можете найти, если вот здесь на нее нажмете. А у нас с вами начинается обзор. У нас же не только сумочки, у нас всякие другие аксессуары. Сейчас стало очень много одежды. Вот не все вам успеваю показать, но такие замечательные туфельки. Бадли, мишки. А что, может быть, вам коробочку показать? Или нужна вам та коробочка? Вот такая вот она. Вот такой вот бренд. И смотрите, какая прелесть. Цена у них, правда, была какая-то дорогая, 200 с чем-то долларов. Это вот большие туфельки, 11 размер. Вот такая вот красота. Сейчас уже, наверное, вам покажу все. Готовлю их на отправку сегодня. Так, ну это протектор просто. И показываю вам, как они смотрятся. Вот такая вот прелесть у нас поедет в Россию. Мы их заказывали на сайте магазина Dillard's. Если вы пройдете по ссылочке, внизу там есть ссылочки, и вам такие нужны, то наберете вот этот бренд просто в поисковике и... Будет вам счастье. Так, там прилятики запасные есть в коробочке, запасные накаблучники. Вот такие вот текстильные, красивенькие туфельки. Для невесты, прям для невесты. Вау. Это у нас сайты магазинов. Вот туфельки были с сайта магазина Dillard's, а с сайта магазина Macy's. Вот такая вот красотка пришла. Так, что здесь? Old Trend. Винтаж. Винтажная сумочка. Но она, конечно, не винтажная, она совершенно новенькая. Но вот под винтаж она вот так вот сделана. 156 долларов у нее цена была. Она без скидки была. Но кто-то, если захочет последить за такой сумочкой со скидкой, я ее даже не открывала. Вот мы с вами ее вместе первые и рассматриваем. Так, ну вот ее этикеточки, вот ее брелочек, который вот здесь вот привязан. Вот видно, что она как бы сделана с акваяжиком. Сейчас посмотрим, как здесь. А, ну вот эта вот застежка, как похоже, у нас у сумочек Лита последние были сумки от Michael Kors. Так, ну вот здесь вот. Вот на этом вот ремешочке вот такая вот дырочка. Вот так вот закрывается эта сумочка. Так, что здесь? Вот так вот она прошита. Здесь, видите, уголочки кожи вот так вот цепляются. А здесь кожа обработана просто так вот глейдингом. И когда вы эту застежечку открыли, то у вас получается вот такой саквояжик. Так, ладно, пыльничек я уже убираю, мы его рассмотрели. А саквояжик внутри имеет длинную ручку. Так, она крепится вот здесь вот, под колечки у нее. Такой аккуратненький, аккуратненький. Так, кармашек накладной с этой стороны, и на нем этикеточка. И с этой стороны два накладных кармашка. Вот такая вот белая, как бы, как мешковинка, подкладочка. И вот таких вот размеров эта сумочка. Так, ну, ремешочек регулируется. Вот здесь вот видно его регулировка. Вот такой вот золотой фурнитуры карабинчик. Первый раз этот бренд рассматриваю. Вот такая вот изысканная малышка. Не думаю я, что вы захотите ее носить на плече все время, потому что, ну, это, может быть, так бы будет и хорошо для вас. Но мне вот почему-то кажется, что ее вот так вот за ручку. Прям такой аккуратненький бабушкин чемоданчик из каких-то, я не знаю, начала 19 века. Мне такое навевает. Не зря написано, что винтаж.
Вау. $156 она была без скидочки, мы ее там купили. Очень оригинальная застежечка. Очень оригинальная ручечка. Вот такая вот красавица. И сайт Coach Outlet следующая. Вот такая вот малышка-сумочка кроссбоди. Вот с таким вот тоненьким ремешочком. Он длинный и регулируется. Не буду на себя прикладывать. Просто рассмотрим ее, какая она внутри. На кнопочке. Здесь кожа. Да, кожа. И вот такая вот малышка-кроссбоди. То есть здесь у вас большой телефон уместится. И здесь еще есть отдел под замочком. Вот такой вот, как кошелечек. И здесь слоты под карточки. Вот видите, 1, 2, 3, 4 с одной стороны и 4 с другой стороны. Вот такая вот малышка от бренда Coach. С сайта Coach Outlet. Сайт в описании тоже есть. Можно их там смотреть. 104 там она была доллара на тот момент, когда мы их заказывали. Она комбинирована канвас вот с таким вот цветочным принтом. С кожей белой. Такая вот малышка. Ну и у нас сегодня все быстро и по делу. Сайт Джамашоп, сайт, на котором мы покупаем оправы и очки. Бренд Маскина, $59 до налога эта цена. Внизу там в описании есть мои условия, если у нас кто-то новенький. Вот такие вот интересные солнцезащитные очки. Вот здесь вот металлическая вставка такая под золото. И вот такие вот они пластиковые. Вот так вот смотрятся на человеке. По-моему, у нас даже ни разу Маскина не было, да? Кто-то не, как-то у нас никто. Но, во всяком случае, в обзор не попадали. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Ну, подпишите, скажите. Ирина, ты что, ты мне Маскина уже примеряла? Сегодня вот такие Маскина. Тот же сайт Джамашоп, который есть в описании. Кельвин Кляйн. Оправа для зрения. Вот такой вот футлярчик. И это вот те легенькие очки, которые вот я вам показывала, делаются вот так. То есть вот кто себе хочет их присмотреть, но боится, что если как бы на широкое лицо не будут подходить, то вот эти имеют вот такой эффект. $37, по-моему, они там на сайте. На тот момент, когда мы их заказывали, были вот такие легенькие-легенькие. Ну, диоптрии вы будете вставлять свои. В аптеке или в каком-то отчечном отделе. Так, ну и последние солнцезащитные очки от Сальвадора Феррагамо. Такой похожей формы у Сальвадора Феррагамо много, и как бы они там есть с разными дужками, с разными цветами. Вот эти вот конкретно такие коричневые. А что, я вам цену не посмотрела? Цена на момент, когда мы их заказывали, была 69,99. Вот. Это сайт Джамашоп тот же. Вот такие вот они похожие разные. У нас там всякие с вами встречаются. Все эти цены, которые я вам называю, они до налога. Налог сверху и мой интерес сверху. Все прочтете. Ну и вот такой коротенький ролик. Вот такой коротенький обзор сегодня для вас. Всем всего доброго. Берегите себя, пожалуйста. Пока-пока.